Герой Советского Союза Иван Федорович Асессоров родился 1 января 1921 года в деревне Гремячка ныне Должанского района Орловской области. В 1941 году он окончил Харьковское военное пехотное училище. Капитан Асессоров, заместитель командира мотострелкового батальона 150-й танковой бригады 60-й армии Центрального фронта, отличился в бою за освобождение города Путивль Сумской области Украины. С роты автоматчиков он уничтожил вражеский гарнизон города и лично истребил до 30 гитлеровцев. 9 сентября 43 года, когда был ранен командир батальона, капитан Асессоров принял командование на себя. В боях за расширение плацдарма на правом берегу реки Днепр, севернее столицы Украины, города Киева, батальон под командованием капитана Асессорова сутки сдерживал вражеские контратаки, подбив 2 танка, несколько орудий и пулеметов, уничтожив более 150 фашистов. Отважный офицер был ранен, но поле боя не покинул. Звание Героя Советского Союза Иван Асессоров был удостоен 17 октября 43 года. Получив высокое звание, Иван Федорович продолжал воевать с врагом до победы. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями за боевые заслуги и за освобождение Праги. После окончания войны Иван Федорович продолжал службу в армии на командных должностях. В 1948 году он окончил Ленинградскую высшую бронетанковую школу, а в 1956 году – Военную академию бронетанковых войск. С 1959 года полковник Асессоров в запасе. Жил в Орле. Умер 25 мая 1962 года. Похоронен на Троицком кладбище города Орла. На доме, в котором жил герой, установлена мемориальная доска. Имя Ивана Асессорова носит улица в поселке Долгая Орловской области. Продолжатель славной фамилии Асессоровых, сын Ивана Федоровича, Владимир Иванович Асессоров. После окончания Орловской школы номер 27 и Мурманского высшего инженерного морского училища он стал моряком. Сейчас он капитан научно-исследовательского судна. В 2007 году указом президента России Владимир Асессоров был награжден медалью ордена второй степени за заслуги перед Отечеством.